Барнаульский Арбат – непродуманный и ошибочный проект. По крайней мере, так считает вице-президент Союза архитекторов России Елена Григорьева. Накануне на пресс-конференции в Сибирской медиагруппе известный в России эксперт подвела итоги межрегионального фестиваля «Зодчество в Сибири-2018», который впервые принимала столица Алтайского края. Елена Григорьева представила участникам проект иркутских исторических кварталов. По мнению специалистов, это редкий пример успешной комплексной реновации исторических застроек в России. Благодаря данному проекту в Иркутске удалось спасти от разрушения десятки старинных зданий, привлечь в десятки раз больше туристов в город. Создаваемый в Барнауле туркластер, по мнению Григорьевой, совершенно непродуманный проект. Особенно неудачный, подчеркивает архитектор с международным признанием, получилась пешеходная часть улицы Малотобольской. Взяли и заасфальтировали плиткой, я бы так выразилась, совершенно бездумно, без всякой концепции, идеи, анализа тех, для кого вообще-то это делается, да. Там настолько очевидна ошибка, у меня такое подозрение, что на той стадии, когда туда вкладывали деньги, там архитектор и не ночевал. Григорьева заметила, что нужно приложить максимум усилий для сохранения и развития Барнаульского сереброплавильного завода, который является сердцем исторического центра. Архитектор высоко оценила работу волонтеров по поддержанию спички, но подчеркнула, что власти города к реконструкции здания прежде всего должны привлекать частных инвесторов, тем более что рычагов для этого предостаточно, резюмировала эксперт.